180-е. Женская дополненная реальность. Ну, все знают, что вот сейчас появились очки от Apple с дополненной реальностью. И многие другие гаджеты, которые это делают. Вы знаете, что у каждой женщины уже есть такая дополненная реальность? Ну, помимо той реальной реальности, которая ее на самом деле окружает, у нее там, в голове, еще постоянно появляются созданные ею самой образы. Это ее желания, мечты, фантазии. Она себе ее придумывает. Ей кажется, что так оно на самом деле и происходит, что и другие люди тоже все это видят, чувствуют, понимают, как она. Мало того, если у женщины есть мужчина, то в ее дополненной реальности этот мужчина должен делать все, что ей заблагорассудится. Он там для этого и есть. Нет, он не для того, чтобы зарабатывать деньги или пасти коров, к примеру. Это его мужские дела. А именно для того, чтобы сделать жизнь женщины в ее реальности прекрасной и замечательной. Ну, а на самом деле, в реальном мире, женщина подходит к мужчине и спрашивает: а как? Или: а что? А почему? Сколько? Зачем? И подобное. Не выдумывает себе свою дополненную реальность или свой мир. Нет. Это для Барби. Смотрели фильм? Нет? Ну правильно. Мы же мужчины. Мы строим этот мир, а не фантазируем о нем. А находит мужчину, который в ней заинтересован, и прикрепляется к нему, да так, что не оторвать, и начинает делать все так, как он говорит, а еще лучше сама спрашивает, как лучше сделать, так или так, мол. Если умная, конечно, и в состоянии задавать вопросы правильные. Ну, а если не повезло, не умная, то просто сиди и слушай, когда поступят указания, инструкция. Да-да, и рот закрой. Ты не Барби в розовой стране. Сними очки, розовые, те самые. Пригождайся мужчине, и будет тебе счастье. А не это вот все дополненное. Ну, мужчинам тоже скажу. Мы ж тут как бы для мужчин. Не ведитесь на эти ее танцы с бубном вокруг костра и полеты на метле по ночам. Просто дайте ей метлу и пусть покажет, как она это делает. Летает, я имею в виду, не метет. Из дополненной реальности в настоящую, в реальную. И уж ни в коем случае не нацепляйте такие же очки, как у нее. Да, там крепкие семейные отношения. Это залог здоровой и долгой жизни, счастья и тому подобное. Там любовь и взаимопонимание. Там поддержка, внимание и ласка. А в реальности она притворяется тем, чем не является. Просто выгоните ее из дома. Или сходите на стриптиз и увидите все ее настоящее, реальное нутро, с любовью и с лаской. Если не матом, то зоопарком наверняка все закончится, и с пеной у рта. Такие интересные вещи о своей анатомии узнаете. Бить нельзя, потому что она этого ждет, чтобы засудить потом. Просто запишите это все на видео, поставьте камеру и запишите. Будет потом прикольно пересматривать.